Да, слышно. Это, о, ты на, о, на это, вот это, где звук? Да. Вот тот колокол висел. HBS кул. HBS. А, HBS, о. О. Вот это все Лоухаус. Здесь был кол, который во время путешествия через Атлантику появился. Обратно или туда? И когда сюда вот. Сюда? Да. Вот кол здесь сделанный. Снимали здесь, специально убирали металл, чтобы здесь осталось несколько меньших колоколов, которые прежде звонили. Ага, вот, как вы сказали. Еще кое-что будет, конечно, дорабатываться в системе управления. Здесь пока несовершенно, сейчас она будет дорабатываться чуть позднее. Будет лестница, да. Ага. А даже выше. Ага. Туда Кремль прямо вот делают там так, зарево. Ага. Ну еще вот системы подвесных устройств будут модернизироваться. Сейчас они как раз проходят доработку и будут установлены чуть позднее. Вот поэтому оставили вот крестами, на которые колокола поднимаются. Ага. Какие тут запчасти лежат. А много переделали здесь? Ну вот как вот такие столбы или переделали? Все было как это было. Это все было, это было в принципе немножко укреплено. Вот там вот такие специальные столики были сделаны. Ага. Вот здесь бетонировалось, чтобы все это выдержало. Ага. Специальные устройства делаются, чтобы очень хорошо работали. Они дорабатывают сейчас тоже. И вот помост тоже усовершенствовался, ну, заново. Ага. Медь стелили заново, потом вот это настил, все это устанавливалось. Отлично. Вы замерзли, Дмитрий Рахманов, совершенно, а? Нет, чуть-чуть. Температура около нуля и продолжает холодать, я считаю. Да, вот я думаю, что я сейчас начну с этой другой курткой ходить. Да-да-да. Слушайте, ну я хочу вам чайку предложить, чтобы вы согрелись, а? Чай. А, вот, ну, да? Если... Нет, не, ну, если вы делали это как правило, обычно, тогда делаем, но если не, нет, я рассчитывал, что мы с вами попьем чай. Единственное, что у нас немножко время сместилось, но я думаю, что все равно попьем с вами чай. Хорошо. Вы хоть не замерзли. Вот. Я думаю, что мне просто надо сейчас...